Итак, motivation. Такая история у меня есть. Она связана с моим детством, когда я только начал заниматься футболом. Я из Рязани перебрался в Мастер Сатурн. И первые мои дни были очень тяжелыми, я был очень замкнутым. И в первую неделю я просился просто домой. В первый же день я хотел уехать, не идти дальше по футбольной дороге. Но мои родители настояли на том, чтобы я остался. После я более стал общительным человеком, познакомился с ребятами, хотя первый месяц, наверное, я вообще ни с кем не разговаривал, мне было тяжело, я все время был один. При этом я не был стартовым игроком около, наверное, лет двух, даже, может, трех в Сатурне, и было очень тяжело, но всегда я оставался, дополнительно занимался, выходил вечером на поле, старался как-то что-то улучшить, развиваться. Не бросил это дело, всегда шел вперед, старался и выкладывался на полную. И, наверное, благодаря этому, благодаря удаче какой-то, может, еще каким-то факторам, я сейчас попал в первую команду, уже достаточно долгое время здесь нахожусь, тренируюсь. И мораль, наверное, всей этой истории в том, что никогда не опускайте руки, даже если очень тяжело и хочется все бросить, все закончить, и кажется, что нет никаких шансов. Шанс есть всегда, и никогда не бросайте дело, идите вперед.